Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Вот, к примеру, вы зарегистрировали страницу, оформили ее, как подобает, и потом начинаете раскручивать. Я раскручиваю страницу через Top Leaders. Вы можете купить VIP-пакет, где друзья будут к вам идти на автомате. А если у вас есть программа SMR, вот такая вот, вы можете раскручивать их бесплатно. Например, если вы нажмете «Inviting» и зарегистрируетесь в топ-лидерсе, программа будет ротацию производить автоматически. Поэтому зарегистрировались, ссылочка будет под этим видео. Нажимаете «Присоединиться», вводите город, почту и галочку ставите «Мне исполнилось 18 лет». Программа вам предлагает 20 друзей при регистрации, которых вы должны будете добавить. Вот я добавляю сейчас 4-го человека. Заходите «Добавить в друзья» и закрываете окошко. И ждете следующий контакт. Опять нажимаете «Продолжить», «Добавить в друзья». Жмете следующий контакт. И так далее. Итак, 20 человек. И остался нам последний контакт, 20-й. Все, шаг успешно выполнен. Переходим в личный кабинет. Жмете «Информация». Вот здесь у вас будет ваша реферальная ссылочка. Вот реферальная ссылка, вы ее можете сократить в Гугле, либо сделать редирект. В Ютубе она проходит. Можете снимать видео, можете регистрироваться и раскручивать свои страницы. Если вы не покупаете статус VIP, можете раскручивать свои страницы бесплатно. Теперь у кого есть программа SMR, вот эту страницу я тоже раскручиваю. Вот смотрите, советую вам делать только одну ротацию в сутки, то есть вы даете запрос 20 людям. Ставлю таймер я 60-70 секунд и ставлю лимит 20 человек в сутки. Если у вас уже страница есть в топ-лидерсе, самостоятельно она здесь авторизуется, вы просто нажимаете «Inviting», нажимаете «Топ-лидерс» и нажимаете «Старт». Вот утром она у меня делала, смотрите, «Invite» успешно и дала запрос 20 людям. Вот контакт добавлен, лимит у нас 20 человек, и всем 20 она сделала запрос. Страница у меня создана вчера. Давайте откроем в браузере и посмотрим. Вот у меня уже 82 друга. Страница у меня оформлена. Стоит здесь ссылочка, стоит у меня видеозапись. То есть люди, когда к вам добавляются, они видят ваше оформление. И друзей 82 человека. И уже идут сообщения. И вот даже есть заявки в друзья, которые просятся к вам. А заявки в друзья зачем нам вручную добавлять? У меня есть также автоэдинг в программе SMR, которая вот добавляет эти друзья на автомате. Здесь мы можем, ну вот лимит 40 человек, здесь таймер мы можем поставить не 2700, а, например, 100 секунд, 120 секунд. И нажимаем старт. Сейчас она быстро всех добавит. Кому интересна эта программа, ссылочку также на нее я оставлю под этим видео. И также на Top Leaders тоже оставлю ссылку под видео. Пока-пока.